С 1 марта 2024 года ожидается повышение пенсии. Изменения коснутся тех, кому в феврале исполнилось 80 лет. В марте они получают право на повышение фиксированной выплаты по старости вдвое. При этом, если пенсионер ранее получал первую группу инвалидности, доплата к пенсии ему не положена. Размер доплаты в обоих случаях идентичен – чуть больше 8130 рублей. Значимая индексация предусмотрена с 1 апреля. На этот раз ожидается повышение социальной пенсии. Работающих пенсионеров увеличение не коснется. Однако спустя 1-2 месяца после увольнения выплату проиндексируют с учетом компенсации пропущенных индексаций и пенсионных баллов за предыдущий год.